Друзья, всем привет! Сейчас поедем на рынок, посмотрим по наличию автомобилей, по ценам, как заполняется рынок, сколько сейчас стоят автомобили, да и вообще, что там происходит. Напоминаю, мы занимаемся подбором, осмотром автомобилей. Есть подбор автомобилей, когда мы для вас ищем автомобиль под ключ. Есть просто осмотр, штучный осмотр автомобилей. Так вот, по подробностям не ленитесь, звоните, пишите. Напоминаю, Viber у нас не актуален, актуален у нас WhatsApp. Вопросы задавайте в WhatsApp. Не звоните по ночам. Осмотр одного автомобиля, напоминаю, стоит 2000 рублей. Кому это интересно, потому что в последних видео уже говорим и постоянно все переспрашивают, что туда входит, что мы смотрим, что проверяем, как помогаем. Все вопросы по телефону. Друзья, ну давайте начнем. Зашли на одну из многочисленных стоянок на авторынке «Зеленый угол». Как видите, автомобили появились еще недавно, буквально неделя, полторы-две назад, стоянка была полупустая. Итак, есть автомобили, которые есть уже на дроме, которые уже выставлены, есть автомобили, которые на сайте drom.ru еще не стоят. Кстати, повторяю, у нас Авито и Автору не актуальны, то есть все автомобили смотрите на сайте drom.ru. Ценники на автомобили пока не написаны, где-то написано, где-то нет. Сейчас мы пройдем, посмотрим, что есть, и потом уже с продавцом пройдем, озвучим ценник. Итак, это Prius 2016 год, автомобиль 4WD. Напоминаю, Приусы до этого кузова они выпускались только передний привод. Сейчас появились автомобили 4WD. Багажное отделение. Prius изменился. По салону внешне все изменилось. Дальше опять перебил телефонный разговор. Из минусов хочу сразу отметить, это, ну, конечно, резина задняя. Стерта, идет под замену. Салон. Пластик такой более-менее мягкий, кожаные вставочки, темные сиденья, подлокотник. Вверх какой-то японский. Ладно, где взяли, туда положили два подстаканника. По месту, ну, в принципе, место здесь нормально. Сзади идут кармашки, потолок высокий, есть подсветка для пассажиров второго ряда. Значит, передняя часть автомобиля, видите, вот такой еще не убранный автомобиль. Аэрбэги, сиденье вперед, назад, спинка регулируется, кнопка старт, отключение антибукса. Плеточку кто-то уже установил, не знаю, либо здесь, либо еще в Японии. Дверь открываем, загорается машинка. Куча проводов, я не знаю, раз, два, три регистратора, что ли, стояло у него. По месту, места довольно много, сидеть, в принципе, приятно, удобно, головой никуда не бьюсь. Подсветка, свет, все работает, мультируль. Дворники, поворотники, все как положено. Что-то наподобие аукционного листа лежит, аукционный лист. Как он читается-то? Кузов целый, но нужно проверять такие автомобили. Туманка, кстати, родные здесь стоят. Дальше идет вид, 17 год, 1.3, есть литровый, есть передний привод, есть 4WD, камера заднего хода, мультируль, туманки, 715 тысяч, автомобиль идет с запаской. Установлена зимняя резина, довольно неплохое состояние, кстати, сейчас это уже будет актуально, потому что в некоторых городах России, я так понимаю, есть уже снег. 4WD автомобиль, давайте заглянем снизу. Достойное состояние автомобиля 4WD. Так, он у нас закрыт. Седан, Toyota Corolla Axio, есть передний привод, есть 4WD, есть гибрид, идут здесь вариаторные коробки передач. Toyota Isis, комплектация платана, автомобиль передний привод. Часа два назад его смотрели, проверяли. Автомобиль аукционный, 4 балла. 60 тысяч пробег по стоимости. Могу ошибаться, потому что ссылку мне не скидывали, но вроде он стоит 985 или 965. Это мы сейчас узнаем. Кстати, их 4 штуки. Раз, два, три, 4. Сейчас пройдемся, покажем. Родное штатное литье, фары, линзы, летняя резина, повторители. Автомобиль открыт, темный салон. Особенность данных моделей –
Смотрите, нету стойки. Хорошая трансформация салона. Видали, как делается? Автомобиль только пришел, он еще не мытый, не чищенный. Приведут в порядок, будет блестеть, будет сиять. Так, не помню, как обратно. Вот так. Одной рукой. Одной рукой неудобно. То есть можно сделать пространство, да? Можно просто использовать как столик. А можно подвинуть сиденье вперед до упора. Ну и, допустим, вот так присесть. Так, господи, я уже забыл, где он тут двигается. Ну, как-нибудь там вот так, да, ехать. Ладно, наглеть не будем. А, есть комплектация, где две электродвери. В данной комплектации одна электродверь. Удобно то, что третий ряд сидений делается в ровный пол. Раскладывается все очень просто движением одной руки. Видите, в каком состоянии приходят автомобили? 4 балла. Подголовники. Автомобиль еще, автомобилем никто не занимался, в порядок его не приводили. Подстаканники, колоночки, все есть. Платана, конечно, намного симпатичнее смотрится, чем обычный Isis. Дальше идет еще один виз, это 17-й год, 8-й месяц, 1.3, 4 ВД, датчик при столкновении. Следующий виз, 16-й год, 8-й месяц. Туманок нет, без литья, колпаки, автомобиль открыт. Довольно неплохое состояние салона. Коробка передач, тоже вариатор. Многие просят говорить. Ребят, практически все автомобили идут на вариаторе, все. Есть на роботе, но мало, на автомате уже практически автомобилей нет. Клиренс. Откройте данные, смотрите. В принципе, у всех тоже он одинаковый. Там от 150 до 180 миллиметров. Смотрите, сколько много запасок. Нижняя стоянка, самая большая стоянка рынка. Зеленый угол. Зайдем. У нас, наверное, сейчас будет серия выпусков. Пройдем по всему рынку. Прям вот от начала до конца рынка посмотрим абсолютно все стоянки и что продается, в какую стоимость. Жду, вот не вижу, пока не подошел продавец. Поэтому не переключайтесь, скоро озвучим все цены на данные автомобили. Датчик при столкновении, это что-то меняли здесь, 54-59 тысяч. Вот он еще заводится, ключик здесь есть. Завелся. Пробег 66 тысяч, зеркала складываются, стеклоподъемники работают, камера заднего вида есть, траектории нет. По месту, несмотря на то, что это маленький автомобиль, Toyota Vitz, места довольно много. Знаете, что мне не хватает? Не только в этом автомобиле, вообще, в принципе, не хватает подлокотника. То есть я вот сижу, у меня рука все туда проваливается, мне неудобно. Как-то вот или на весу ее держать, или, ну, не знаю, в общем, мне очень удобно ездить, когда есть подлокотник. Так, дальше что у нас там стоит? Пробокс, рабочий автомобиль, новый кузов, рестайл. До рестайла уже практически не осталось. 16-й год, 8 месяц, 1,5 литра, передний привод. Стоимость тоже сейчас узнаем. Новая Honda CR-V с люком, литье. Резина неплохая, бесключевой доступ. Господи, где там ручка-то открывается-то? Ну, он сейчас скажет, ручку найти не можешь. На снизу у нас багажный, ну тут багажник просто, он, но он реально, он огромный. Сеточки, ну, вот, понимаю, сиденье, так раз. Ну-ка, как тебя там сделать-то? На правой у нас получилось сделать. Ровного пола нет, есть небольшая перегородочка такая.
О, видали, как оно делается, сиденье? Оп, сейчас на место все поставим. Ох, завалилось, завалилось. Все у нас завалилось. Давай на место все вставай. Все встало на место. Довольно много места на втором ряду сидений. Электропривод. Газеточку тут подстелили. Вот, смотрите, есть подлокотник. Совсем другое дело. Намного, намного удобнее. Не забывайте подписаться на канал, пока смотрите это видео. Ключи есть. Два ключа. 47 тысяч пробег. Бортовой компьютер, мультимедиа системы, подогревы. Мультируль работает, круиз-контроль, дворнички. Что у нас еще есть? Люк даже есть. Люк открывается. Закроется? Ну, если открылся, наверное, закроется. Никуда не денется. Ну, про место говорить не буду. Места много. Сидеть удобно. Клюв такой здоровый. В принципе, все видно. Ну-ка, есть там что-нибудь? Ничего аукционника не вижу. Подогревы, розетка, два подстаканника, нереально огромный бардачок. Кстати, подлокотник для пассажира тоже есть, ну и, соответственно, есть для задних пассажиров подлокотник. Камера заднего вида есть. Траектории нет. Гудок работает. Ладно, глушим. Замечательный автомобиль. Идем дальше. Дальше у нас стоит еще одна Axio, две Axio. Ну, Axio уже вам показывали. Toyota Harrier, 15 год, 12 месяц, гибрид премиум. 2 миллиона 225 тысяч. Есть двухлитровый, есть даже автомобили турбо. Есть гибрид, есть не гибрид. Так, опять сбился. Штатное литье, без ключевой доступ. Ага, автомобиль закрыт, сбился. Ладно, стоимость автомобиля 2 миллиона 225 тысяч рублей. Кстати, Исисы смотрели, человек пришел, за Исисом тоже выбирает. Mazda CX-7, документы есть, 800 тысяч рублей. Автомобиль 4 ВД. Toyota Sai, гибрид, полноценный гибрид, кто не знает. Штатное литье, обвес, 16 год. Цены нет. Subaru Forester, Dory Style, тоже не понять. Так, вот этот Isis, тоже его смотрели. Ценник, кстати, подошел продавец, сейчас узнаем у него ценники на все автомобили. Вот этот Isis не бит, не крашен. Пробег 64 тысячи. Аукционник, аукционный лист родной. Не помню, лежит. Видите, тоже состояние. А вот он, вот он, вот он, вот он, аукционный лист. Вру не бить не крашен. Покрашено заднее правое крыло. Полное совпадение. 58 тысяч пробег. Все совпадает. Напоминаю, вот автомобиль только пришел. Коврики видели? От лица лежат. Автомобиль только пришел. Автомобилем нужно заниматься. В плане подготовки автомобиля. Еще один Fielder, Isis, Везель, Axio, Fielder 4 ВД. Открыт. Задняя дверь идет пластмассовая. Багажное отделение. Есть запаска автомобиля. Есть без запаски. Здесь запаски нет. Место под запаску есть. Сейчас лифа посмотрим. Новенького. Гибрид, передний привод 4 ВД, тоже ключик есть. Мультимедиа нет, обычный двадиновский магнитофон, бардачок вместо подлокотника, туманки ставили здесь, коробка передач, вариатор, дворники работают.
аукционика не вижу, нужно пробивать. Подсветка, зеркала нет, зеркала складываются. Подогрев дворников, имеется два ключа. Место в аэрбэгах. Хотел сказать, в аэрбэгах есть стойки, в стойках есть аэрбэги. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот этим кто-нибудь пользуется у себя в автомобилях или нет. Давайте поглядим на Leaf, на полноценную электричку, полноценный электроавтомобиль. Если честно, по комплектациям пока не особо что-то могу сказать. Вижу, есть сонары, бесключевой доступ, повторители, видимо, радар предстолкновения. Не знаю, автомобили вот только начинают появляться массово, да, поэтому изучаем их. Фары так шикарно смотрятся. Штатное литье, летняя резина, лобовое стекло идет родное. Нисмо. Знаете, посмотреть кое-что хочу. Да, то же самое. Смотрите, второй ряд сидений, он, ну, как бы вот над первым находится. Но здесь, конечно, клево. Сирена, да, чем-то напоминает? Именно по рулю. Ключа нет. Сейчас посмотрим. Что тут? Подогрев руля, открытие бензобака. Электронный ручник, подогрев сидений, задних сидений, мультируль, круиз-контроль, автопилот, мультимедиа. Так, ну-ка, что хотел сделать, сам уже забыл, что хотел сделать. Нет, ключа нет, пробег 28 тысяч. По месту, знаете, вот, честно, как-то вот тесновато мне немного. Как-то оно все тут скомкано здесь. Но зато не вылетишь никуда. Микрофончик, аэрбэг, пищалка. Что еще интересного? Да больше вроде интересного. Ничего такого нет. Кто-то просил там большие вам автомобили показать. Давайте покажу. А ну вот, сейчас хорька покажу. Значит, Toyota Harrier, черный цвет, 2 литра. Вон там у нас стоял 2,5 гибрид. Это 2-литровый, идет фары линзованные. 2 миллиона 110 тысяч. Комплектация премиум, аукцион 4 балла. Кожаное сиденье, вставки под дерево. Вставки под дерево, аукционный лист лежит. Так. Кузов целый, пробег 96 тысяч на автомобиле. Второй ряд сидений, метла. Ну, в смысле метла, машину вместе, дуйки. Подлокотник. Как она выезжает, не понял. Опа. Багажное отделение разделено на две части. Мне нравится то, что здесь нет пластика. Практически его нет. Садиться не будем. Чисто. Бесключевой доступ, мультируль. Движение по полосе, круиз-контроль, сиденье немного подзамято. Открывается багажник из салона. Давайте в харьке посидим, что ли, немного.
тоже место неплохо. Как вы относитесь к кроссоверам, к гибридам? Тоже пишите в комментариях. Что-то люди подошли, все ходят, ходят, ходят. Что-то смотрят. Дверь надо закрыть. Toyota Land Cruiser Prado. Черный цвет. Рамный внедорожник. Как вы думаете, сколько он стоит? Скоро узнаем. Летняя резина, штатное литье, автомобиль не ржавый. Прадики начали пользоваться спросом последнее время, пробежные именно 120-е кузова. Так, год не указан, год сейчас узнаем. Правый руль. Тоже пришел только. Что это такое? Вонючка. Японская. Что-то не воняет ничем. Аэрбэги. Рейлинги. Люк есть? Люка нет. Велюровый такой салон. Что-то я же сначала не понял. Магнитофона-то нет. Соника тоже нет. Почему-то пробег 66 тысяч указан. Ну что здесь есть? Кнопка старт. Кнопка старт. Круиз. Управление менюшкой. Мультируль. Так, магнитофона нет. Все, больше ничего нет. Место, ну... Что говорит, сколько места в прадике? Довольно много места. Горный спуск, блокировки, ручник. Все как положено. Ладно, пойдемте узнавать стоимость данных автомобилей. Друзья, ну продавец занят. К сожалению, не могу я его выдернуть. Не могу его выдернуть, по ценникам узнать. Так, вкратце узнал, значит, которая 4 ВД, это 17 год, 7 месяц, 1,5 литра, 770 тысяч, но плюс торг. А переднеприводные, ну, 755, 700, 760 тысяч. Также это касается и... Вот он, 17 год, аукцион 4,5 балла, 755 тысяч. Honda CR-V. 15 год, 1 миллион 700 тысяч. Пробокс 650 тысяч, 4 балла, 140 тысяч пробег. 540 хороший, не ржавый, чистый вес. А мы уже видели. И ВИЦИ почем? 550. 550 это... 16 год, 8 месяц, кубовый. Это литровый, а 1,3? Тоже состояние хорошее, 1,3 700. 700 тысяч. ИСИСы по сколько? По 900? 960. Исисы, вот про которые я говорил, 5 штук по 960 тысяч. А, так, узнали, сколько стоит Leaf. Стоит он 1 миллион 400 тысяч. И Прадик стоит 3,5 миллиона. Не слабо, да, для Прадика? Друзья, на сегодня будем заканчивать. Получился такой мини-обзорчик. И, как я и говорил, пройдем с вами по всему рынку. Посмотрим все автомобили, которые продаются. Сейчас подумаем, может, как-то разобьем это все на отдельные категории. Допустим, кейкары, седаны, универсалы, минивены, микроавтобусы и так далее.
Вот. Следующее видео выйдет обязательно на этой неделе. Будем держать вас в курсе по наличию автомобилей, по ценнику. Ну, ценник, конечно, вырос на автомобиле. Вырос не слабо, но тем не менее правый руль продолжает покупать. На сегодня все. Всем пока.